Приветствую всех. Приехали на избу. Будем продолжать строительство. Сегодня здесь останусь ночевой. Привез огромное количество всяких стройматериалов для строительства. Сейчас время уже обед. Первым делом пойду пилить доски на пол, пока еще не стемнело. Ну и все по порядку там. У нас в избе даже электричество будет. Проведу свет. Все будет как у людей, как говорится. Напилил вот столько досок пока что. Думаю, еще немножко попилю. И хватит на сегодня. Почему все думают, что зимой будет холодно в этой избушке? Такие стены, плюсом утеплитель будет. Люди в палатках зимой ночуют, зимуют. Печка, главное, есть, и ладно. Тут, думаю, потолще, намного теплее, чем палатка будет. Наверное, на сегодня хватит досок, пока не буду больше пилить. Ну, если что, может, вечером еще попилю. Потому что на спину идет нагрузка. А у меня со спиной и так не очень-то. Поэтому буду понемногу лучше пилить. Тут на лежанку и на пол немного напилю. Взял уже в этот раз 4 баллона пены, чтобы точно уже наверняка хватило. Сейчас, наверное, сперва врежу окошко, потом уже будем запенивать все щели. Такие вот окошечки стояли возле помойки, забрал. Как раз, думаю, подойдут нам в избушку. Сейчас промерим. Перемерим. Хотел врезать его у дверей, но, блин, там гвозди у меня убиты. Ну и окошко большое, не подходит немного. Одно здесь врежу, а маленькое потом найду и туда уже, возле дверей сделаю. То, что возле дверей по-любому надо, чтобы было окошечко. Ну, здесь у нас будет столик, поэтому перед столиком тоже окошечко нужно. Сейчас еще подрежу тут немного.
Здесь надо будет еще лист железа какой-нибудь притащить или кирпичей бы лучше. Стенку обложить кирпичами. Вот так вот все пропенил везде. Ни одной щелинки не осталось. Сюда, думаю, кирпичи может какие-нибудь поставить. Потом привезти. На улице уже темнеет. Нам вот еще поставить вариться. Ужин. Пол весь тоже пропененный. Короче, вообще жара будет. Чагу поставим завариваться. Так вот тут рядышком поставим, чтобы не кипело. Пусть заваривается. Главное, по печку сейчас сделаю пол, чтобы там был. А там уже потом можно будет доделать, допилить. Практически весь пол получилось закрыть. Осталось под кроватью, но там вообще можно даже и не делать, он там не нужен. Но все равно я сделал. Вот такую вот сделал временную лежанку. Что временно, то постоянно. Как раз в мой рост. Все четко. Здесь будет столик у нас. Сейчас печку установлю. Сейчас-то не холодно, но ночью будет прохладно, можно будет накинуть. Кстати, надо тайник сейчас же сделать. Когда уезжаю, буду ее прятать.
Вообще печка вписывается сюда, да. Кто не смотрел ролик про обзор, посмотрите. Кому понравилось, ссылочки в описании. Буржуйка мини от Теплосталь прислал нам такую чудесную печку. Первый тест. Тяга есть, все замечательно топится. Надымил немного, пока я растаплю. Ну, когда растапливаешь, она постоянно дымит. Вот, закрываешь, тяга пропадает. Открываешь, всос идет, видно. Так что все нормально с дымоходом. Свет сегодня уже не буду делать, раз утеплитель не обшил потолок, надо обшивать сперва утеплителем. А не обшил я, потому что степлер подвел, сломался. Блин. Так, что у нас тут? Как тяга поживает? Говорилось. Попьем. Нормальная тяга-то. На вкус. Кто-то говорил, что невкусная. Ну, такой специфический вкус. Вкуснее, чем таблетки. Пробовал все-таки, наконец-таки, тягу.